Привет еще раз. Проверка звука на этот раз. Это вот столько часов я колупался, чтобы найти приложение. Вот микрофон я одеваю. Где он? Вот. Обычный петличный микрофон на проводе. А звука нет. Арбуз купил, друзья. Ужасный. Он не сладкий, ни грамма. Я не знаю, как... Понять и проверить арбуз при покупке, сладкий он или нет. Он вообще не сладкий. Трава. Зато сентябрь на носу. Какой-то караул. Так хотел сегодня арбуза. Блин. Чё у меня мешки под глазами? Так хотел сегодня арбуза. А он вообще какой-то это. Нехороший он. Не сладкий, никакой, короче говоря. Столько часов, у нас уже почти темно. У нас 8 часов доходит, без 10 8, 48 минут. Сейчас уже в девятом. В начале девятого будет прям темно. Пол девятого темень. Уже все. Зима пришла. А сколько мне сейчас понадобилось часов, чтобы понять, как писать звук? Я подключаю этот гребаный петличный микрофон в гнездо из-под наушников. Оно показывает, что все, вот как бы все подключено там, трали-вали. Но звук не пишет. Звук пишет на этот, на встроенный в телефоне камера, футболка красная висит. Вот, а на микрофон на этот, на петличный, звук не пишет. Я перерыл весь интернет. Все, что можно было. Я уже сейчас и выкидывал эту петличку, и обратно ее брал. Хожу с ней, сам с собой разговариваю, ну все, уже крыша едет. Сегодняшний день, он не закончится. И вот сейчас кое-как я скачал приложение, специальное приложение, Open Camera. Вот в этом приложении я зашел в настройки, ой, блядь, поменял эти настройки. Вот как тут не материться? Я не знаю. Это что? Помимо того, что у меня сегодня был ЧП с водой, у меня еще телевизор перестал показывать. А как этот? Мистер Бин. Несчастный случай. У того же тоже всегда что-то случалось. Он то гулять выйдет, упадет, то... Ой. Вот у меня так же. Вчера вечером включаю телевизор. Я тут вот в этой квартире подключил МТС. Телевидение там, это, все дела. Главное, интернет работает, все, там роутер, Wi-Fi, там херня-мерня, все это все работает. Вообще телевизор редко смотрю. Я смотрю там только вот YouTube на телевизоре. Думаю, надо включить хоть новости, что в мире происходит, хоть раз в день. А так вообще по два, по три дня могу не включать. Ничего нового все равно. Включаю, ни один канал не работает, у меня их 800. Вообще не работает. Черный экран, Малевич. А туда, сюда. А ничего нет. Думаю, что такое. Давай перезагружать, давай в телефоне лазить. Все равно ничего нет. Ну, думаю, до утра, а там, может, что пойдет дело. Встаю сегодня утром, сегодняшний день же у меня начался с телевизора. Не с воды, а с телевизора, я забыл это сказать. Ой, уже косточки на мне нафиг.
Вот. Встаю с утра. Опять ничего нет. А я такой человек, если я задался целью, любой, я допеку, но я сделаю. Вот задал с целью микрофон подключить, я сделал. Телевизор тоже сделал. А если мне надо, например, что-то вот сделать, я прям вот болею, там, помираю, пипец, да? Я сделаю. Я упаду, там, без сил, но я сделаю. Вот. Давай звонить в МТС. Я же был, 8 утра доходило. Я думаю, сейчас позвоню, там узнаю, что, и пойду по делам. Там говорят, на линии много это, ждать 10 минут. Ждал 10 минут, 15 минут, нихера. Короче, ждал я час, так я и не дозвонился. И вот уже после всех вот этих вот унитазов я сел и говорю сам с собой. Я сейчас часто сам с собой разговариваю, ну все, видать. Аля-уля. Сейчас говорю, пока ты не сделаешь этот телевизор. А что я заплатил за абонентскую связь и ни хера там ничего это. Я дозвонился до МТС-а. А я сейчас с оператором разговаривал 20 минут. Парень попался молодой тоже. Мне сегодня одни мужики попадаются. Что эти слесаря, что бригадиры. Он что-то там тестировал. Он что-то там это, ну, по телефону все онлайн. Что-то делал. Он мне говорит, это сделать. Ничего не помогает. Он говорит в конце. Я, говорит, вашу заявку принял. Если в течение суток там это, то к вам придет техник. Через 15 минут приходит смс, что у вас все в порядке. Мы все протестировали. Подхожу, телевизор работает сам. Что это такое было? Непонятно. Ну, 100 подов это, наверное... Были какие-то эти неполадки с провайдером или где? Я не знаю, что все заработало. Ой, мамочки, стричься надо идти. Уже пипец. Все обросло. Я не люблю, когда у меня отрастает прям вот много... Ой, не могу уже, тяжело ходить. Каждый день укладывать это все дело. Ну все, у нас время 8. Друзья, я пошел на сегодня. Завтра не знаю, что буду снимать, не буду. У меня там еще есть рецепты записанные. Может быть, завтра выложу. Там один рецептик у меня есть в загашнике. Напишите, пожалуйста, как звук. Лучше или на том же уровне остался. Но вроде бы у меня сейчас пишет вот на этот внешний... Сейчас покажу. Вот на этот микрофон. Прием, прием. Друзья, у кого тоже там вечер, ночь, кто будет смотреть, ай, помыться надо хоть раз в год. Всем доброй ночи, спокойной ночи, доброго дня, там, доброго утра. Всем пока.